Нормально. Один человек пришел в гору и спрашивает, вы мне дали имя, что оно означает? Как сумочка называлась? Кришнадас. Садись. Гуру Махарадж. Сану Махарадж. Сану Махарадж. Йога Парайана. Парайана, что идти высшим путем. Это высшим путем йоги тут идет. Йога Парайана. Высший путь йоги. Это бхакти. Самба, Самба, это великий герой, сын Кришны. Сарва Прада распространяет самый щедрый из всех. Сарва Прада. Джайананда. Это блаженство и слава. Джайананда. Это первый святой в Исконе у нас Джайананда. Навакишори. Навакишори означает юная девушка всегда новая. Малати, это красивый цветок. Красный цветок, малати. Супруг. Интернет открывайте, правда. Супруга, супруг Умай. Господь Шива. Махадев. Мурари Гупта. Выгра Господа Читания, это спутник его вечно. Ишнанда Рупа. Это Рупа Госвами, можно сказать, то же самое. Ишананда, значит, высшее блаженство. Понимаете, хранительница меда во Вриндаване. А Праниш? Праниш Вирирата. Прана – это жизненная сила, жизнь, душа. Но она жизнь, душа. Конечно. Вот Гуру Махарадж. Ананда Кирти, это что значит? Гуру Прасад. Ананда Кирти. Тихо, сейчас проводить. Ананда – это высшее блаженство, Кирти – это слава. А Кришна чья? Матуш, ну программа уже. Денежку. Гуру Махарадж. Кришна привет. Кришна привет. Кришна привет. Очень дорогая Господу Кришне.